Привет всем! Сегодня суббота, на улице стоит прекрасная погода. На солнце, наверное, градусов 16-20 точно есть. Сейчас я нахожусь в офисе нашей компании, которая называется Pro Media Agency. Мы занимаемся всеми видами печати, цифровой печатью, печатью типографской. Также мы занимаемся всеми видами дизайна и разработка веб-сайтов, промо-материалами, ну, в общем, рекламой и всем тем, что нужно для продвижения бизнеса. Поэтому, друзья, если вам что-то нужно, обязательно обращайтесь ко мне. Мы работаем дистанционно, мы работаем с клиентами физически. То есть, если вам что-то нужно, обращайтесь, может быть, какие-то советы по продвижению бизнеса, по дизайну, я буду рада вам помочь. Ну, а сейчас я собираюсь поехать в торговый центр. Это один из, ну, самый популярный торговый центр, который есть у нас в городе. Находится он в районе Алании, который называется Оба. Мне нужен жесткий диск, мой старый жесткий диск заполнился, поэтому я поеду купить жесткий диск и одновременно покажу вам, что и как выглядит торговый центр, и, возможно, есть какие-то скидки на товары зимние, на зимнюю одежду. Я посмотрю, может быть, что-то себе и выберу. Но по пути мы также заедем в один из отелей, который называется Green. Этот отель Garden. В скандинавском стиле. Сегодня там также проходит бранч. Я покажу вам, что такое бранч. И собирается общество норвежцев Алании. Они устраивают музыкальные сессии до 2, и в 2 часа норвежцы устраивают там музыкальные сессии. Поэтому мы тоже поедем и посмотрим, чем же они занимаются. Ну, а я готова. Поехали. Сегодня в Алании очень теплая солнечная погода. Некоторые даже ходят в футболках. И я тоже уже сняла свои уги и надела вот такие вот классные ботиночки, которые, кстати, я купила в магазине Инджи в не сезон, и стоили они не 320 лир, а всего 100 лир. Можно сидеть здесь часами и наслаждаться прекрасным видом на море, на крепость Алани. Рядом есть парк, где тоже можно отдыхать. Чем поехать в магазин, я решила заехать на пляж, посмотреть на море. Кто-то гуляет на пляже с детьми, кто-то, вот видите, сзади меня рыбаки ловят рыбу. Сегодня немного пасмурная погода, солнце выходит и заходит, но очень-очень тепло. Находимся на набережной, где вы видите, люди тоже отдыхают, играют в теннис, кто-то катается на велосипедах. Это очень популярное место в Алании, и каждую субботу люди приходят сюда с семьей, с детьми или просто с друзьями провести хорошо время. Вот такие парки для отдыха расположены везде в Алании. И также детские площадки, поэтому если вы приедете с детьми, дети смогут спокойно играть, отдыхать вот на таких интересных площадках. Привет.
приехали в район Оба, где находится отель Green Garden, где каждую субботу проходят самые вкусные бранчи в Алании, и каждую субботу собираются скандинавы, чтобы провести время вместе, попеть песни и поиграть на гитаре. Чем же примечателен этот район? Район примечателен тем, что он является спальным районом, и здесь расположено очень много ресторанов, кафе, а также гостиниц, в которые приезжают туристы летом. Здесь проживает очень много иностранцев, один из самых плотно населенных иностранцами районов Алании. Проживает очень много скандинавов, русских, но в основном, конечно же, здесь проживает очень много скандинавов, датчан, норвежцев, шведов. Проживает очень много иностранцев разных национальностей. Поэтому, если вы хотите хорошо отдохнуть летом, добро пожаловать в Обу и в отель Green Garden. Приехали в отель Green Garden и в Оливас Брассерие. Каждую субботу здесь собираются норвежцы и играют на гитаре, поют песни. Вот вы видите, как они хорошо проводят время в Алании. Я потом подробнее запишу отдельное видео об их группе. А сейчас я, пожалуй, останусь и буду наслаждаться музыкой, потому что я очень долго жила в Норвегии, понимаю норвежский язык и говорю по-норвежски. Очень люблю их культуру, музыку, а норвежский язык очень особенный. Далее увидимся с вами в торговом центре Аланиум. Как я уже говорила, в районе Оба расположено очень много гостиниц, ресторанов, баров, кафе, магазинов, парикмахерских. Каждый год сюда приезжает, и именно в Обе отдыхает большое количество туристов со всего мира.
Я нахожусь внутри торгового центра Аланиум. Здесь всего три этажа, но есть все магазины, которые могут вам понадобиться. И оптика, и одежда, и ювелирка, и даже вот, как вы видите, мебель, компьютеры и телевизоры. Но мне нужно идти вот в отдел Техноса, где я хочу купить себе жесткий диск. Ну что, друзья, смотрю цены на жесткие диски. Вот мне понравился вот этот. И может быть вот этот. Но нужно узнать, какой из них лучше. Думаю, что лучше взять вот этого. Да, возьму вот этот. Мы поднимаемся на второй этаж. Как вы видите, внизу также расположены кафе, магазины косметики, детский магазин, а все магазины с одеждой расположены уже на втором этаже, такие как Кыбели, Бойнер, LC Вайкики, Де Факто, также магазины обуви и каких-то товаров для дома. На самом верху расположены кафе, где можно также отдохнуть и покушать. Я нашла вот такие две симпатичные вещички. Одна курточка фирмы Only. Кстати, очень люблю эту фирму. И стоит она у нас всего 65 лир. Вот такая вот симпатичная курточка. Коротенькая. Также нашла вот такую вот шубу. Кстати, фирмы Камелия. Из искусственного меха, но очень такая приятная на ощупь, полушубок. Стоила она у нас, видите, 500 лир, а сейчас всего 299. Поэтому хочу померить на следующий сезон. Думаю, что будет очень красиво смотреться. Потому что натуральный мех я не ношу, а какие-то вещи из меха очень мне нравятся. Торговый центр Алания мне очень нравится, потому что здесь есть все, что необходимо. Поэтому, если вы приезжаете в Аланию, обязательно посетите этот торговый центр. Я думаю, вы найдете много всего интересного. В магазинах постоянно бывают всякие разные скидки. Поэтому я думаю, что вы найдете и одежду, и обувь, и какие-то товары для дома. Также, кстати, на первом этаже есть магазин с сувенирами. Ну что, я пойду делать покупки дальше, точнее смотреть, может быть, найду что-то интересное. А вам желаю всего хорошего, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, пожелания, ну, в общем, пишите, делитесь своим мнением, я думаю, что оно будет интересно и другим подписчикам. Ну, а вам я желаю всего хорошего и до свидания, увидимся в новых видео. Пока-пока!